Меркель назвала условия возврата РФ в состав G7. Канцлер подчеркнула, что возвращение Москвы не имеет смысла, пока не решится ситуация в Украине. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия сможет вернуться в состав Большой Семерки только после того, как будет достигнут существенный прогресс по ситуации в Украине, пишет Reuters. Мы все здесь, на саммите G7 в Канаде РЕД, согласились с тем, что возвращение России к формату саммитов G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении проблем с Украиной. Это была общая точка зрения, подчеркнула канцлер ФРГ. Ранее сообщалось, что европейские страны в составе G7 единогласно высказались против присоединения России к группе. Напомним, президент США Дональд Трамп перед саммитом в Канаде заявил, что Россия должна принимать участие во встречах Большой Семерки. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.